Меня опрокинули на полмиллиона. Ой, правда там только в названии. Если он обманул нас на старте... Он хотел, чтобы ты как боец дрался бесплатно. Они сейчас используют их. Хедок, послушай, если ты считаешь, что вокруг тебя все рабы, которые должны что-то заслужить, то ты очень сильно заблуждаешься. Крыса-перебежчик. Ты мне словом мужчины говорил, что ты мне заплатишь миллион. Я тебе сказал, что меньше миллиона я не собираюсь драться. Балабул, одним словом. Девочку из него сделаю. Вы кинули. Я прям чувствую, что они хотят забрать организацию. Зимой туда нам нельзя. Отправьте туда врагов своих. Там нашли листочки, судьи. Пользуйтесь. Цена боя твоего с Тарасовым. Как и почему ушел Никулин из хардкора? Я прекрасно помню трясущегося Тимура Никулина. Причина твоей смерти. Я лучше завершу карьеру. Калмыков был перв, ты просто слился. То есть суды все-таки будут? Думаю, забрать титул и свалить оттуда. Когда будем драться?